Неделю назад вся страна узнала об огромной свалке автомобильных покрышек под Нижневартовском. Ситуацию назвали почти экологической катастрофой. Между тем, этой стихийной свалке около 40 лет. Часть ее досталась округу еще от Советского Союза. Отходы автопрома начали копиться здесь с 80-х годов прошлого века. Полигон никто не контролировал, и он вырос до 16 гектаров, которые сейчас занимает. Пока все попытки бороться с кладбищем шин провалились, а в этом году на площадку зашли новые арендаторы. У них на историческую свалку большие планы. Покрышки здесь намерены перерабатывать. Мы все местные жители, и нам тоже, наверное, как-то обидно за экологию нашу родную здесь, нашего родного края, и поэтому надо с этим что-то сделать. Конечно, если была бы помощь еще, если есть у кого-то желание, возможности и, скажем, знания в этой, по этой теме, пожалуйста, приходите, мы все обсудим и будем совместно работать. Побывать на гигантской свалке автомобильных покрышек наши зрители смогут вместе с корреспондентом Алексеем Шабановым в программе «Больше, чем новости». Она выйдет в эфир в субботу в 18:15.